Возьмем оксид кремния и оксид фосфора. Это кислотные оксиды, потому что им соответствуют кислоты. Если кислотный оксид реагирует с водой, получается кислота. Однако не всякий кислотный оксид способен реагировать с водой. Оксид фосфора и вода взаимодействуют. Получается фосфорная кислота. Лакмус краснеет в кислой среде. Даже при нагревании оксид кремния и вода не взаимодействуют. Лакмус не изменяет цвета, кислота не образуется.